Мы уже рассказывали о том, что объектом дорожного капитального ремонта в округе в этом году является мост в Маврино через реку Дубенка. К работам приступили в июне. Мы решили доехать, посмотреть, что сделано на сегодня. А сделано немало. Старый мост полностью демонтирован. На его месте новый, каркасного типа. Значительно увеличили водопропускную способность. Это поможет избежать чрезвычайных ситуаций в деревне во время паводков. Поскольку в объездной дороге уже нет необходимости, ее демонтировали. Основную дорогу засыпали камнем, поэтому сегодня и водители, и пешеходы пользуются привычным проездом. Как и обещали, здесь появился тротуар, и в полуметре от него установят ограждение. Это важно для безопасности всех участников дорожного движения. К асфальтированию объекта приступят сразу после того, как перенесут опорные столбы. Завершить все работы планируется уже в октябре. Виктория Мельник, Евгений Михайлов, Щелковское телевидение.